Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. Миколаївщина толерантна, Миколаївщина багатонаціональна, і завжди ми зустрічаємося по середах з представниками різних національностей, але одного народу миколаївців. Доброго дня вам. Доброго дня. Сьогодні в нашій Доброго студії Анатолій Федорович Флучо, голова культурно-просвітницького центру Тернівка, та Каймаразов Султан Мурат Джамалдінович, заслужений працівник культури України, але це ви дуже скромно себе попросили представити, тому що саме навколо вас крутиться оця активна робота і кипить діяльність на Миколаївщині щодо ради національних товариств. І завжди вам є що розповісти, завжди щось відбувається. Чим прийшли поділитися сьогодні? Я хотел бы поблагодарить средства массовой информации, наше телевидение, что они систематически проводят подобные интереснейшие проекты и программы. Не только вот идет у нас сегодня с вами диалог с представителями этнических групп, вот, но в том числе и у нас много интересных выездных программ. И очень часто наши горожане и жители области наблюдают за процессом. Это национальным процессом, что происходит. Потому что очень важным элементом сегодня для нас с вами является то, чтобы как можно больше мы рассказывали о многонациональной нашей территории, о многонациональной Украине. Потому что когда мы говорим, что у нас 133 народности, говорим, мы должны представлять культуру этого народа, как они формировались, как они устанавливали свою жизнь, как они переезжали. И таким образом у нас в обществе созданы общественные организации, национальное культурное общество. Вот как раз они и занимаются этим. И рядом со мной как раз Анатолий Волча, молодой, энергичнейший, творческий человек, который буквально несколько лет тому назад создал общественную организацию и очень активно пропагандирует и рассказывает в целом о болгарах, о его прекраснейшей культуре, о взаимосвязи с другими культурными организациями, то, что сегодня они проводят. И кроме того, самое интересное, мне нравится, как они работают, они поддерживают связи с исторической родиной. И таким образом, вот эта вся цепочка в связи, мы многогранно говорим, что Украина – это многонациональная территория, где проживают люди разных национальностей, уникальнейшая, разнейшая культура. И главное для нас – это мир. Я готов сегодня говорить, сегодня не из лучших ситуации в нашей стране. Очень проблемно, но однако мы должны говорить о том, что и показывать, демонстрировать культуру многих народов, которые заселяют нашу страну. Ну, я, соответственно, конечно, почему именно я сегодня рядом с вами здесь нахожусь, буквально недавно к нам в гости приехали представители из Нидерландов. Это благотворительный фонд турки-мескитинцы, которые проживают именно в Нидерландах. Они приехали в день праздника Курбан-Байрам. Что собой представляет этот Курбан-Байрам? Для мусульман есть две великолепнейших праздника. Это Рамадан и Курбан-Байрам. Рамадан – это тот период, когда идет испытание мусульманина, когда он держит пост, а Курбан-Байрам, когда он приносит в жертву, в животное, которое дал Творец, Бог. И таким образом, значит, каждый год мусульмане с огромной радостью, они совершают молитвы свои, значит, вот, люди едут в хадж, паломничество, вот, и все, все мусульмане мира празднуют этот праздник. А якими особливостями ще відрізняється це свято? Отже, якісь традиції, можливо, в цей день, що відбувається саме? Ви смотрите, і з яким, смотрите, з якою душею вообще, зустрічати це свято? По законам шаріата, по сущності своєї, ми, мусульмані, можемо говорити тільки некоторі поверхностні елементи, в яких ми знаємо, які ми соблюдаємо. Всі, наприклад, питання, касаючися більш подробних елементів, наприклад, да, кто как сказал, каким образом пророк что сказал и так далее, это дозволено делать имамам, учителям, которые нам дают знания. Чем это хорошо? Тем, что именно как раз через учителей идет достоверная информация. Потому что когда каждый говорит и что-либо говорит, идет искажение информации. Поэтому я вам расскажу о самых
таких вот простых вещах, почему я сказал именно два вот этих вот праздника, но между этими двумя праздниками должно быть в пределах 70 дней расстояния. Это снова определено уже учениями, понимаете? Ну, поэтому я не вправе сегодня, например, трактовать Коран там, или там, говорить о нем. И когда с имамом ведешь диалог, он более подробнее может сказать. Но чем примечательно? Все абсолютно мусульмане до начала приношения жертвы овцы, можно приносить жертву овцу, верблюда, корову, быка, единственное, запрещается резать, ну, категорически вообще других животных. То есть вот есть определенный круг животных, который разрешается Творцом приносить жертву. И что самое еще примечательное, что когда приносят животное в жертву, люди одеваются, они для них это праздник. Дети, взрослые, категорически запрещается, конечно, детям допускать категорически, чтобы они, по сущности, видели, как это происходит. Потому что это ребенок. С точки зрения морали этого мы не делаем. И мы стараемся все эти процессы проводить в тех местах, где нету отдельно отведенные места. Даже в Москве, например, да, я как-то по Ютубе смотрел, очень много мусульман, когда проводили, специальные места отводятся для того, чтобы это происходило. Чтобы травмовать психику просто детей. То же самое и в Киеве. У нас есть духовное управление мусульман Украины. У них тоже есть определенно отведенные места, где они приносят в жертву. Но именно до начала проводятся большие на один день вперед. Это называется день Арафата. Проводят молитвы мусульмане. Вот, и стараются держать пост. Именно в этот день рекомендуется, там не пост, не пишется обязательно, а рекомендуется мусульманину держать пост. Ну, а гостям из Нидерландов сподобалось у нас на Миколаївщині? Очень даже. Самое интересное, смотрите, что дальше я вам расскажу. Что нужно раздавать то мясо, которое вы отдали нуждающимся людям. Вы разделяете на несколько его частей и обязательно отдаете тем семьям нуждающимся. И таким образом, если даже посмотреть в интернет, еще раз говорю, вот этот период, вы посмотрите, например, в Турции, да, я видел интернет-информацию, прямо так вот разложено огромное количество, и люди приходят сами, вот которые нуждаются, берут какую-то часть для того, чтобы накормить свою семью. Это очень важный элемент оказания помощи другим. А мы, например, что сделали, турки-мескитинцы? Они детский сад отвезли, там есть школа-интернат, тоже отвезли, уже готовое мясо. Плюс к этому, значит, они всех, наши турки-мескитинцы живут, виноградок, косточи, значит, они раздали всем мусульманам, которые есть. То есть они выполнили свои миссии мусульман, которые приехали к нам вот сюда, вот в гости. Вот, вот это маленький элемент, где практически я могу это сделать, тем более мы сделали видеоматериал. Вот, по туркам-мескитинцам, это компактное проживание наших этнических групп. Вот. Несомненно, нужно учитывая то, что в Украине проживают представители самых различных конфессий, мы должны глубочайшим уважением относиться ко всем абсолютно, и их внутреннему идеалу, их нравственной стратегии, для того, чтобы никогда никто друг друга ни в чем не мог критиковать. Ну, а у нас наближается інше свято, так, и першого... Жовтня, вот я думаю, так? Що далі Анатолій поддержить мене, його будуть розказувати. Ті події, які вже більше стосуються іншої національності, яка також щільно проживає, особливо на території Миколаєва, обласного центру вже, і це мова йде про Тернівку. Отже, чого очікують болгари? Ну, болгари в цьому році будуть праздновати... В принципе, вся Терновка. Терновка сейчас уже богатонациональна тоже. У нас около 30 национальностей в микрорайоне проживает, на 13 тысяч населения. Это довольно-таки немало. Все дружно живут, конечно, взаимопонимание. Все нормально у нас в микрорайоне. Ну, и мы, естественно, празднуем каждый год. Хоть мы сейчас уже, пройдя длительный путь, это по административной эволюции, скажем так, когда-то колония была Терновка, сначала мусульмане жили в Терновке, в 1792 году заселилась Терновка, была построена мечеть, были построены улицы, 6 улиц, были поселены люди мусульманской национальности, они прожили около 7 лет в микрорайоне, тогда это была колония, статус колонии был, статус колониста, давались большие льготы людям, и они переехали по своим причинам,
город Карасу-Базар, это современный Белогорск, это Крым. И в Терновку переехали, заселялись тогда Странженский край, это юго-восток современной Болгарии. Оттуда тогда и шли массовые переселения в Украину современную. Побережье Черноморское заселялось, и сюда попали наши земляки, наши сонародники, которые создали этот, ну, можно сказать, у Терновки получается как бы два дня рождения таким образом. Ну, конечно же, надо брать фактически... Потому что поки булгары вселилися, вона була поселение да, было пустым взагалі, три так? Года пустовало село, да, начали уже дома рушиться, приехали люди, делегаты, посмотрели, попробовали землю, воду, поняли, что вода, земля хороша, приехали своих, привезли сонародников. И создали Терновку второй раз, можно сказать. И таким образом Терновки, как бы, если со дня основания ее болгарами, то 214 лет, но фактически 224 года. В этом году мы, начиная с колонии, были и селом, были и поселком городского типа. С 71-го, по-моему, года Терновка входит уже в состав города Николаева, считается микрорайоном города полноценным, центральный район. Но, тем не менее, мы не потеряли эту традицию, многие традиции, обычаи поддерживаются, при всем том, что сейчас в Терновке примерно около трети осталось болгар, тем не менее, проблем у нас никаких нет, чтобы кто-то нам пришел, там сказал, вот, вот чего только вы, вот там болгар, ну, нет проблем таких, то есть все включаются, все празднуют, у меня ансамбль, Чучулички, наш ансамбль, в нем поют как украинки, как российскими корнями девочки, так и болгарки. То есть нет никаких проблем. Все живут мирно, дружно, тем более культуры похожие. Все-таки мы славяне все. Поэтому проблем нет. Все с удовольствием, все население Терновки собирается на День Терновки, который по историческим документам фактически болгары сюда заехали 1 октября. А вот створение культурно-просвітницького центру Терновка, це була необхідність якось документально це все оформити? Чи це був позив душі? Чи... Ну, начиналось все, конечно же, начиналось все. Все идет изнутри человека. Все, что потом как-то конвертируется во что-то внешнее проявление, естественно, все это должно сначала решение прийти. Решение само собой пришло, так как мы находимся фактически сейчас в составе города, идет постоянная миграция населения, естественно, идет ассимиляционный процесс. Поэтому я как человек, любящий свою культуру, свою нацию, естественно, толерантно, очень хорошо относящийся ко всем другим нациям, но тем не менее, за свой народ, за свою культуру у меня болит душа, и, конечно же, мне не хотелось бы, чтобы наш уникальный диалект терновский просто так взял, растворился и исчез. Это все-таки культурное наследие человечества, которое принадлежит всем нам, всем нациям. Поэтому начали так вот просто от души как бы делать, а потом пришло к тому, что надо было это все делать уже более централизованно, более... Я хочу добавить... Только поддержать я его хочу. Я помню времена, когда мы только начали. По сущности своей, болгары одни из самых первых, которые начали создавать общественные организации по сохранению этнической культуры. Это, если я не ошибаюсь, то... 29-й год. Да, да. Но, понимаете, жизнь течет, как река. Люди молодые, потом стареют. Новое поколение приходит. Примерно вот так оно и произошло. Вот, допустим, вот был у них Дима Евгений. Он очень активно занимался в свое время. Он много интересных материалов у нас есть. Ну, приходит время, люди стареют. Ну, соответственно, готовится новая команда. Вот это вот один из представителей той новой команды, который он действительно взял на себя эту огромнейшую миссию. И вместе с другим обществом Ивана Вазова, они коллективно, сейчас две общины, именно сотрудничая между собой, они продолжают этот процесс. То есть, понимаете, история продолжается, новое поколение берет на себя определенные инициативы и продолжает это делать. Это есть элементы уважения к тому старому поколению, которое начало свои этапы. И она видна, если мы поедем с вами в Терновку, она чувствуется. Он очень скромно говорит, но сколько он труда вложил на возрождение музея, создание этих творческих коллективов. Вокруг него крутится, как юла, группа людей, создали, которые помогают ему, школы и многое другое. Понимаете? Навчается мова, так? Да, мы даже... Это вечерняя школа? Воскресная. Воскресная на школа, день, суббота-воскресенье, пожалуйста, на базе библиотеки, все желающие, бесплатно. Изучается язык, литература, история, география Болгарии, плюс работают творческие коллективы, так называемые внеклассные предметы, это пение, танцы и театральный кружок. Шьем детям костюмы, полностью все это бесплатно.
То есть дети, ни с родителей никто не берет денег, ни с детей, ни с кого. То есть дети имеют возможность через захопление так познать культуру. Через игровые формы, да. Театральный кружок для этого и создан. Также с младшими группами язык изучается, все в игровой форме. Посмотрите, исследовательно, все очень часто иногда говорят, вечно Мурат Джамалович какую-то новинку начинает давать. Ведь новинка, все, что мы не предлагаем, это в интересах общества. В интересах людей, вокруг которых мы находимся. Мы сегодня готовим две программы. Одну дополнительную программу к областному, потому что акценты и удары мы сегодня будем делать на компактное проживание граждан. Для того, чтобы сохранять и вопросы образования, и вопросы культуры, вопросы социальные, стратегии мы будем закладывать. В том числе и в городе. Я знаю, что сегодня очень активно город начал поддерживать проекты и программы, который сегодня готовит областной совет национальных обществ. Недавно была встреча у меня в городском управлении культуры. Они сейчас очень активно поддерживают проект фестиваля национальных культур, особенно 1 числа. Это как раз совпадение произошло. День Терновки и Всеукраинский фестиваль национальных культур. Всеукраинский фестиваль вы будете открывать днем Терновки, так? Ну, ну, было вы, так вышло так. Мы открывать-то мы не будем, но не, ну, при этом элемент совпадения это для нас очень важно. Это хорошо, потому что когда компактно проживающее население празднует свою территорию, где огромное количество людей, терновчан, придут на этот праздник, а там будет висеть интереснейший, красивейший баннер, который подготовил именно центральный район, где будет написано «Украина едина, Миколаївщина богата национальна». То есть таким образом мы демонстрируем многонациональность территории. Понимаете, нужно выстраивать так порядок всех программ и проектов, чтобы людей объединяло. Понимаете, это очень важно. Вот поэтому я более подробно останавливаться в этом с вами не буду, потому что у вас будет передача «Отдельная встреча» по фестивалю национальной культуры. По фестивалю. А мне больше цікавить, что будет в Тернівці відбуватися, а вот... чтобы не только мешканцы Тернівки про это знали, и, возможно, кто-то... И гости хотелось бы очень, конечно же, тем более в самом городе Николаеве проживают, ну, по разным оценкам, конечно, это приблизительно около 4000 болгар, то есть по области, по городу. Очень много бессарабских болгар, которые оторваны от своих сейчас корней, живут здесь волею судьбы. Естественно, им всем интересно, их всех это тянет, все они проезжают так или иначе, рано или поздно люди узнают, что идет активная культурная работа, творческая деятельность, и они... Кто-то хочет язык изучать, кому-то интересно петь, кому-то интересно танцевать, есть кружки по интересам, конечно же, поэтому хотелось бы, плюс не болгары, не имеет значения, мы все граждане Украины, все один народ, и хотелось бы, чтобы, конечно же, как можно больше людей приехало, приняло, разделило с нами эту радость, приняло участие в празднике, тем более праздник будет в широком формате, надеюсь, что погода нас не подведет. 1 октября, это официальный день заселение, переселение наших болгар в 1802 году, и 1 октября мы в этом году так совпало, да, слава Богу, что и это и с фестивалем совпало, и выходной день плюс. В Терновке, в центре Терновки, административно-территориальный центр Терновки, это так называемый бывший сельсовет, возле памятника воинам погибшим, будет проводиться большой праздник, будет фактически такой сельский собор, как болгары говорят, это, у болгар это собор называется, назову его. Пускай меня терновчане простят, мы уже не село, но мне нравится сельский собор. Красивое слово, красивое название. Будет, в этом всем будут, конечно же, участвовать. Его организовывают административно-территориальное управление микрорайона Терновки. И, естественно, все наши культурные институции микрорайона, все в этом принимают участие. Все сейчас очень дружно работают последние годы. Это очень радует, что все праздники мы проводим вместе. То есть будет наше дружество, будет дружество имени Вазова участвовать, будет детский садик, школа 16-я наша, детская, все социальные заклады, детская школа искусства, дом культуры, конечно же, да, все, кто, у кого есть коллективы, есть что показать, даже церковь, вот в церкви у нас есть воскресная школа, их детки тоже хотят какой-то номер дать, доброй души, как у нас говорят, добро пожаловать, конечно же, они будут тоже участвовать. Будет хорошая концертная программа,
Приедут к нам гости из Бессарабии, Мурат Джамалович уже говорил за них. К сожалению, в этом году с коллективом не получится приехать. Хотя, кто знает, я до последнего не теряю надежды, что я все-таки коллектив какой-то, как по хорошей уже традиции, мы обычно приглашаем кого-то из Бессарабии. Кстати, места мы в гостинице держим. Держим до последнего. Даст Бог, да. Если болгары, значит, будет хороший сюрприз. И, конечно же, будет представлена болгарская кухня. Она у нас, как и у каждого народа мира, конечно же, богатая, своя, уникальная, мною любимая, конечно же. Ну, звісно. Да, будет болгарская кухня, будет различные выставки, то есть та же музыкальная школа, а библиотека, естественно, Терновская, 16-я, очень активно, они всегда и помогают, и участвуют, очень активно принимают участие. Они будут выставлять, у них будут конкурсы, будут проводиться викторины различные. То есть будет какой-то интерактив, так? Естественно, участь обязательно. Участь тех, кто придет да, на свято. Да, да, будут кулинарный конкурс, будет много интересных вещей, будут столы накрываться, будет в форме народного гуляния, то есть будет человек проведен концерт, потом лотерея будет народная, беспроигрышная, так что, дорогие терновчане, приходите. Уже знают, что можно выиграть? В прошлом году у нас Надежда Валерьевна Иванова, это директор агрофирмы Золотоковск, которая депутат областного совета. Да, она очень много помогает, она включается во все праздники, как и Васурия Светлана Анатольевна, два наших депутата, которые, слава Богу, работают на благо общины, очень это приятно, немало делают. И вот Надежда Валерьевна в том году ввела такую, можно сказать, традицию, я надеюсь, это станет традицией, потому что в этом году она сама сказала. Обратились, она говорит, давайте опять проведем лотерею. Давайте, Надежда Валерьевна, мы против не будем. Выиграть можно, различные будут призы, естественно же. Говорить не буду, что давайте это ставим интригой, пускай люди проезжают. Но, тем не менее, лотерея беспроигрышная и очень большая, около 500 лотов, я думаю, что хватит всем. Большести хватит, выстачится да, точно. Да, да, конечно же. Поэтому добре дошли скипи синародниці, скипи гості, скипи Николаївці. Я думаю, можна пару слов по-болгарски сказати. Потрібно. На наш праздник, да, 12 дня, 1 числа октября. Если не дай Бог будет дождь или что-то такое непредвиденное, то тогда, конечно, это Дом культуры Терновки, Терновский, София. Угу. Все его знают, да, тобто это рядышком. Є варіанти, не забудемся, да, варіанти для випадку, якщо погода все-таки. Конечно, да, мы готовим оба варианта, естественно, должен быть всегда запасной вариант, то есть продумываем все до мелочей, чтобы не было никаких вот таких вот невероятных сюрпризов. Приятные уже знаем, какие будут неприятные, к ним надо быть тоже готовым. Поэтому готовимся. Дякую вам за інформацію. Я думаю, що багато хто з глядачів, хто нас дивиться, зацікавився святом, тому що нам іноді не вистачає свято, так? І хочеться побільше спілкування, побільше посмішок, особливо дитячих посмішок, а такі свята, і чогось особисто в мене картинка асоціюється, це багато народу, і діти, які в доброму гуморі, настрої, вони скачуть, вони танцюють, і у цьому вони, болгарські діти, болгарини діти, вони свої традиції вивчають на таких святах. Діти інших національностей, вони прилучаються до традицій інших національностей, і цим ми виховуємо повагу в цих дітей. Тому я бажаю, щоб все вами задумано здійснилося, щоб свято пройшло так, як ви того хочете. Ну, а потім вже наступної середи ми зустрінемося для того, щоб розповісти, що відбудеться не в Терновці, а у рамках фестивалю, да. Фестивалю в області, так? Да, да. Ну, то, а ви будете присутні, вас до Болгар запрошували? Ви смотрите, каждый представитель национальных культурных обществ обязательно посещает друг друга на этих праздниках. Вот это очень важный элемент. Конечно, несомненно, многие представители этнических групп, обществ национальных, будут на этом празднике. Вот. Мы постараемся максимум, чем можем поддержать сегодня общество, которое проводит это. Но оно превращается у них уже традиционно. Также, кстати, Анатолий, мы начинали фестиваль «Дружбу». Вначале вроде бы не всегда воспринималось оно, но потом сегодня он настолько стал традиционным, постоянно звонит уже сейчас, когда будет фестиваль национальных культур. У нас полный зал бывает Дворца судостроителей. Поэтому 2 числа как раз в 6 часов вечера будет большой гала-концерт. Там обязательно вам расскажут обо всех новостях, новшеств, которые будут в этом фестивале. И всех горожан наших будем ждать 2 числа во Дворце судостроителей. И, конечно, хотелось бы, Толя, чтобы к вам пришли тоже горожане, посмотрели, как наши болгары
очень вкусно умеют готовить, как они празднуют его, как они любят свою территорию, где они сегодня живут. Вот это есть элемент украинской культуры, который мы должны сохранять и беречь. Дякую вам, дякую за інформацію, за побажання, за вашу мудрість, тому що від вас завжди є що почути, то дуже цікаво слухати, особливо, що стосується духовності, моралі. І саме в наших культурах закладено те, що ми повинні зберегти для наступних поколінь. Ще раз представляю, сьогодні з нами були Анатолій Федорович Волчок, голова культурно-просвітницького центру «Терновка», та Каймаразов Султан Мурад Джамалович, заслужений робітник культури України. Дякую вам ще раз. Наступної середи чекаємо також з інформацією від вашої ради, тому що дуже хочеться дізнатися, чим порадуєте цього разу на фестивалі. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Отже, наступної середи чекаємо в студії, а 1 жовтня, головний посил нашого цього ефіру був, що 1 жовтня на вас чекають з нетерпінням болгари. Велике свято і велике щастя. До побачення, до нових зустрічей.